Ворм, вот это антропоморфное дерево, что само по себе является довольно-таки распространенным в современной поп-культуре, так что ты должен быть знаком с таким явлением, как антропоморфное дерево. Этот персонаж обладает характеристиками Вилсона, то есть 150 здоровья, 150 сытости и 200 рассудка. Ворм теряет рассудок каждый раз, когда рядом с ним находится горящее дерево, или когда он сам рубит дерево, или когда выкорчевывает пеньки. Еще у Вормуда есть такая особенность, он, ну, любит говно, как и ты, раз ты играешь в эту замечательную игру. Кстати, говно можно не только обмазываться, если ты накопишь 5 единиц навоза, 2 единицы гнили и смешаешь это с селитрой, то тебе получится компостная перка, что является любимой едой Вормуда, не считая жареных бананов, конечно. А что такое компостная перка? Это, по сути, улучшенная хилка, которая восстановит тебе 30 хп за считанные секунды. Еще, кстати, из живого дерева, жал пчел и клыков гончих можно сделать особую броню и ловушки для нашего дорогого Вормвуда, но я лично не понимаю, для чего они нужны, и никогда их не использовал. Ну а весной у нашего тренд-протектора случается весеннее обострение, он начинает быстрее бегать, больше жрать, и на последней фазе цветения он может опылять наши растения, которые мы можем сажать, кстати, прямо в землю. А еще глазоцветы нейтральны к нашему груту, поэтому можно обустроить ими свою базу, и они будут защитниками.